Всем привет, друзья, подписчики и кто просто просматривает мой канал. Всем привет, друзья. Ну что, пришел личный турнир, давайте сегодня поговорим, что мы будем делать, как мы будем играть, посмотрим все подарки. Друзья, если честно, видео не выходили по одной причине, потому что у меня там около 7-8 тысяч воинов, но я не вижу смысла что-нибудь показывать и тратить эту кучу воинов. А так для личного турнира как раз пригодятся. Так, ну что, меня уже много раз задают один вопрос, как же все-таки играть в личный турнир. Давайте, друзья, вам расскажу в краткости, что влияет на личный турнир. Потому что многие подписчики у меня только появились. Старые подписчики уже все в курсе, молчат. Молодцы, ребята, ничего не рассказывайте. Если надо, я все расскажу, как играть. Ну и, конечно, раскрывать все секреты мы личного турнира не будем, потому что сами знаете, что разработчики просматривают и делают выводы. Так, ну что, друзья, первоначально это я вам показываю то, что я делаю в городе. Вам это делать не нужно. Кто хочет играть по схеме, домик вам этот. Это у нас скала или что это? Да, похоже на какую-то скалу или замок какой-то со скалы. Короче говоря, вам не нужно устанавливать его. Устанавливайте его, когда вы будете играть уже. Ну, я имею в виду, до сетки его все равно нужно будет установить. Ну, кто уже установил его? Многие делают также ошибку, они открывают подарок. Ну, давайте я открою, еще раз покажу. Это, друзья, просто демонстрация. Этого делать не нужно. Ну, давайте мы откроем его, посмотрим, что тут у нас находится сразу. Видите, ничего вам не будут давать. Это однозначно. Короче говоря, домик не ставите, ждете. А вот по поводу сколько ждать, друзья, ну это обязательно напишите мне в комментарии. Я в видео уже не буду озвучивать схемы. Потому что если я новую схему разрабатываю, разработчики увидят и, соответственно, будут менять что-то. Кому интересно, тот, пожалуйста, пишите мне в комментарии. Ну а по поводу домика любого, не устанавливайте его. И обращайте всегда внимание, сколько длится личный турнир. 20 дней. Если помните, посмотрите предыдущий видеоролик, где я записывал уже и рассказывал вам про заход с 20 дней. Я не знаю, ну тут пропустите, может быть, 3 дня, 4, 5, кто как хочет. Ну а потом делайте по одному уровню в день, не знаю, друзья. Многие заходят вообще где-то за 2-3 дня. Ну, здесь единственная проблема, вы не сможете взять Феникса. Задача взять и Феникса. А если вы зайдете за 34 дня, ну, попадете вы в более-менее нормальную сетку на 2 приза. На 3 приза я не уверен. Может быть, и есть новые схемы. Но это в личку, кто хочет поговорить об этом, я ему расскажу. Так, ну что, друзья, давайте посмотрим, что нам разработчики в этот раз предоставили из подарков. Почитаем. Посмотрим. Так, это все у нас, друзья, реликты, трофейное оружие какое-то, плюс 10 урон у воинов, похранилищем. Но это так себе, похранилищем, как я и говорю, что оно не особо нужно. И повторюсь еще раз, докачаетесь до 19 замка, вас все равно будут выносить на 50-60%. Сейчас появятся носороги, и носороги будут ломать 19 замки только так. Так, ну что? Все по хранилищам. Но повторюсь еще раз, что кто только начал играть, либо уже играет более-менее, и нету никаких там реликтов. Все, друзья, набирайте. Все. Чем больше наберете, тем лучше. Я всегда говорил, что мне на хлеб, там на это не нужно. Друзья, все нужно. Так, ну что у нас по заклинаниям? Заклинание ледяной буран. 530, стандартный такой, наносит урон всем зданиям в радиусе в течение 10 секунд. Короче, ударили, и он постепенно-постепенно скушивает здоровье с ваших башен. Так, что у нас тут еще? Ну, это все у нас воины. Воины, кажется, у нас такие уже были, наездник на медведи. Так, что у него тут по здоровью? 2800, ну, в принципе, неплохо. И... на атаку 440. Ну, в принципе, нормально так. Так, ну что у нас дальше есть? Это у нас реликт. Медальон цеха. Плюс 5
здоровью воинов хаоса. Но, друзья, ну плюс 5, это уже совсем беспредел. По-другому никак не скажешь. Ну плюс 5. Ну за что мы сражаемся? Открываем. Это все за рубины. Разработчики. Потому что говорю, что это все невыгодно. Их не может быть бесконечное число. Миллионы не могут же быть. Того они и так и урезают. Так, вот, вот он слоник. Боевой мамонт. Ох, вот эта вещь. Вот будут грабить, друзья. 12550 хп у него на здоровье. И 1000 урону. Ну, вот это, конечно, вещь. Ну, а по дальности, конечно, 2. Как у нашего слоника. Скорость 1,3. Ну, в принципе, так же. Место в армии 20-е. Вот этот мамонт будет напрягать. Ну, за время турнира пусть нападает. Так, ну что, следующий у нас идет реликт. Бивень мамонта. Плюс 10 кд добываем на арене. Ну, вот про такое я вообще даже не хочу обсуждать. Ну, как я повторюсь еще раз, друзья, все это нам нужно. Очень нужно. Так, ну что, следующий у нас, это у нас воин идет. Ледяной великан. 16350, если помните, у нас уже такой был, кажется. Ну и на атаку 640. Дальность 1, совсем ни о чем. Скорость 1. Короче, похож на нашего Энта. Так, ну что, следующий у нас идет реликт. Чертежи кузница. Плюс 5 здоровью воинов в пустыне. Опять плюс 5. Опять плюс 5, друзья. Да. Ну ладно, что есть, то есть. Так, декор. Декор я, друзья, очень сильно люблю. Декор у нас получает какой? Горный родник. Плюс 10 к атаке защитных сооружений по воинам хаоса. Вот это декор, да, друзья, это прикольно. Тем более еще на хаосы. Как сами знаете, что хаосами часто нападает. Ну, порядок и хаос. Порядки это у нас орлы, а хаосы это драконы. Так, ну что, давайте посмотрим еще реликт. Вот такие у меня, кажется, есть. Перчатки мастера. Плюс 5 к садящему урону исцеления воинов хаоса. Ну чё, неплохое. Ну плюс 5. Вот это, конечно, единственная проблема. Плюс 5. Так, ну что, и последний, да? Это у нас был и последний. Ну что, друзья, конечно, подарки вроде ничего. Декор неплохой. Вот этот неплохой. Есть, конечно, на ресурсы. По золоту в этот раз нету. Так, по поводу плюс шанса плюс 10 уровней. Ну, это, друзья, если вы доберетесь и до 21 уровня и откроете подарок, не по идее должен он выпасть вам. Так, ну что, друзья, давайте посмотрим, что у нас в турнире будет. Тоже интересно посмотреть. Так, ну что, за сотое место давайте, да, можно сразу посмотреть так. Это у нас декор, памятник мастеру, минус 10 к урону воинов по хранилищам. Это, друзья, тоже все нужно. Хотя, вот хорошо, что они хотя бы здесь не урезали еще плюс 5. Плюс 5 поставят, так и смысла уже играть не будет никакого. А то плюс 10 хотя бы. Так, декор, наковальня, плюс 10 к атаке защитных сооружений по воинам пустыни. Так, ну, в принципе, неплохо. По воинам пустыни это неплохо. Как знаете, что у нас сейчас будет носороги, как раз пригодится. В 25-ку, думаю, ну, реально попасть, я надеюсь. Так, ну и давайте посмотрим за первые и пятые места. Это у нас декор. Остывший горн. Остывающий горн. Плюс 10 здоровья защитных сооружений. Ну, на защиту, да, нужно. Ну, и, друзья, кто не хочет особо так заморачиваться голову себе, ну, пробуйте попасть в 25-ку. Вроде неплохие на ресурсы. И этот неплохой. Минус 10 к урону воинов по хранилищам. И вот этот у нас идет плюс 10 к атаке защитных. Ну, 2, я думаю, в принципе, нормально. Ну, за первые места, я не знаю, друзья, это донатить нужно. Короче, головная боль. Если бы разработчики поставили бы, например, ну, чуть больше сеток и захода, тогда был бы шанс хоть кому-нибудь, да, и периодически брать, вот как мне, первое место. Вот, я всего лишь за всю игру брал где-то раза 4-5 первые места, вернее, в пятерку входил. Ну что, друзья, в принципе, мне все в этот раз понравилось.
Какую армию нанимать? Нанимайте. Я нанимал всегда вот последние вот эти два турнира. И троллей, и ифритов. Что-то еще, кажется, там. Львослоника. Рыцари, гоблины. Вполне нормально подойдут. Самое главное, смотрите по времени. Если у вас есть время играть в личный турнир, то, конечно. Ну, друзья, с вами я, конечно, прощаюсь. Обязательно напишите в комментарии, кому интересно, как играть. Потому что мне сегодня уже писали люди, я объяснил. Ну, а, конечно, вам выбирать, по какой схеме играть. Но обращайте внимание, 20 дней турнир, если вы, конечно, такой, не хочу говорить плохие слова, активный игрок и готовы играть целый месяц и не готовясь там к Новому году или что-нибудь за подарки там туда-сюда, ну конечно, не сочувствую тебе. А кто хочет играть всего лишь 5-6 дней, пишите в комментарии. Ну что, друзья, всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, друзья, с наступающим!